Приветствую, друзья! В этом видео покажу, как сделать простой диагональный крафт-конверт. Нам потребуется один лист бумаги формата А4, у меня это крафтовая бумага. Вначале складываем лист пополам, разворачиваем. Теперь подгибаем правую часть листа так, чтобы верхняя сторона совпала с центральной линией сгиба. Получаем треугольник. Делаем то же самое с левой и нижней стороны листа, отгибая еще один треугольник. После этого подгибаем до линии треугольника нижнюю часть листа, а затем верхнюю. Теперь подгибаем части фигуры к центру, справа и слева, проглаживаем сгибы. Вставляем части конверта в маленькие кармашки сверху и снизу. И крафт-конверт готов! Можно положить внутрь письмо или небольшой подарок вроде сердечка. Как вам такой конверт? Пишите в комментариях. И не забудьте подписаться на канал Artvium, у нас есть еще много интересного.